Наш путь, темноту разгоняя. Вместе нам нет преград, это мы теперь точно знаем. Вместе по плечу любые нам дела. Только с вами я себя нашла. Дружба дарит нам чудеса. Девочки? Это Виньет Валенсия. Она отвечает за рекламу парка, и она мой босс. Я же говорила тебе не использовать это слово. Я твоя подруга, которая командует тобой. Я не поняла. Так, это Сансет Шиммер, Радуга Дэш, Пинки Пай, Искорка и Флаттершай. И Эпплджек. Прости, ты стояла сзади, и я не заметила тебя. Это мои лучшие друзья, поэтому тебе это будет интересно? Забавный факт. Мы выступаем вместе в группе под названием Рейнбумс. Рейнбумс? Где-то я это слышала. 100 000 подписчиков? Фокус на потребительской аудитории. А ваш контент стабильно транслируется на разные платформы? Мы поем песни вместе! Я сделаю вас кульминацией сегодняшнего лайт-парада! Рейнбумс? Приготовься! БЛВС, будь лучшей версией себя! Это мой девиз с тех пор, как я основала свою первую компанию. Школьница, продающая хендмейд тушь для ресниц? А разве это не просто размягшие карандаши? Всегда найдется тот, кто скажет нет. Но я скажу БЛВС. Сколько людей будут на нас смотреть? Все посетители. Что скажете? Ну, если это поможет рарите... Да! Конечно! Лайк, 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 лайк. Постите, дамы, это будет настоящим трендом. Я передам вам детали позже. БЛВС, рар. Ви ушла. Я знаю. Она потрясающая, правда? Она это что-то. Вопрос по логистике. Как быть с нашими инструментами? Виньет все устроит. У меня тоже вопрос. Когда ты сказала, что она твоя лучшая подруга в парке, ты имела в виду лучшая подруга запятая в парке? Я так сказала? Слушайте, сегодня важный день. Не только для меня, а для всех нас. Пойдем смотреть парк! Честно, я не понимаю, к чему все эти хмурые взгляды. Ох, пустяки. Ну, наслаждайся парком. Я буду очень занята сегодня вечером. Давайте встретимся возле сцены для саундчека и репетиции. У меня будет 3-минутный перерыв в 4 часа, и я уделю вам 2 минуты. БЛВС! Рар ушла! Фух. Что ж, кажется, Рарити без нас неплохо справляется. Так что... Может, нам порепетировать перед парадом? Это немного волнительно, не правда ли? Мы знаем каждую песню наизусть! Может, нам лучше повеселиться? Да! Отличная идея! Я пошла с Сансет и Искоркой, или Пинки Пай, или с кем угодно в этом парке. Смотри на это, как на отличную возможность побороть свои страхи. Можно мне для начала побороть что-нибудь более маленькое? Эй, отличная идея! Разогрев перед большой игрой. Что тебе приглянулось? Драконий дрэк рейсинг? Поезд-беглец с Дикого Запада? О, погружение в Ниагарский водопад? Эти дети такие храбрые. Эпплджек, этот парад
Живой и дышащий танец света и звука. Хорошо, ужас переделать. Прекрасно, идеально. Отвратительно, хорошо. Поторапливайтесь, мне нужно было это еще вчера. Ты была рождена для этого, Рарити. Чем я могу помочь? Устрой отличное шоу вечером. Простите, я не собираюсь смотреть на эту молнию внахлёст на меховом костюме. Молния внахлёст. Это молния, которую обязательно заест. Я этого не допущу. Может быть, устроим перерыв и схватим по карамельному яблоку? Я бы с радостью, дорогая, но я так супер безумно занята. Конечно, я просто подумала, забудь. Ты права, я не хочу подмочить твой парад. Подмочить? Я не планировала дождь! Принесите мне стопочу сейчас же! Я горжусь тобой! Ты знаешь это? Ты смотришь своим страхом прямо в лицо! Я всегда так делала в детстве! Только представь! 120-метровое вертикальное падение по всем этим петлям и спиралям! Ты, наверное, жутко нервничаешь внутри. Ха. А та часть, когда мы поедем в обратном направлении. Ха. Как ощущение, Флаттершай? Безопасно находиться так высоко? Ты, наверное, думаешь остановить аттракцион, я сойду. Ты ведь этого хочешь, да? Сейчас ты готов закричать: остановите аттракцион! Серьезно! Кто-нибудь остановите аттракцион! Остановите аттракцион! Это было довольно весело. Еще как! Поэтому я и не хотела уходить. Я просто говорила то, что ты бы могла сказать. Ты была очень храброй. Ты, кстати, тоже. О. Яблоки! Карамельные яблоки, налетай! У нас есть красный, зеленый и других цветов тоже. Микрочипс? Карамельное яблочко? Эпплджек, тебя наняли в качестве карамельной девочки. И Виньет сказала, ей нужен крутой стильный ботаник, и я думаю, она его нашла. Согласна? Ой. У тебя случайно нет ножа или самурайского меча, или крошечных, но очень острых кусачек? А если ты мне поможешь, это будет замечательно. У тебя такие гениальные идеи. Я знаю, о чем ты думаешь. Но, Виньет, как я смогу тебя отблагодарить за такую гениальную идею для парада? Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я притворилась кем-то другой сегодня вечером? У всех в группе будет новая роль. Это часть моего нового видения. Капс Гельветика 65. Флаттершай, плохая девчонка. Ирокез, колготки в зацепках. Я уже пригласила первоклассного граффити-художника, чтобы украсить твою гитару. Что ты думаешь о черепах? БЛВС. Может, я не готова к такому совсем? Ты права. Если смена имиджа не для тебя, это твое личное решение. Но я просто думала, это поможет нам обеим получить то, что мы хотим. Правда? Конечно! Получать то, что я хочу, это моя работа, дорогуша. А теперь скажи: сыр! Прости, Флаттершай. Ты еще скажешь мне спасибо. Простите, Виньет. Где я? И можно я съем этот салат? У меня стресс.